Стрелки на часах судного дня остались на прежнем месте. 23 часа 57 минут. Символический циферблат появился 70 лет назад в журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» и показывает степень опасности ядерной войны. С тех пор часы переводились 22 раза. Ближе всего к ядерной полуночи они были в 1953, а дальше всего в 1991 году.